Всем доброе утро. У нас время 6:46. Я встала уже. Сейчас буду приводить себя в порядок и буду потом будить детишек, чтобы идти в садик. Вот так вот. Желаю всем хорошего дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Все, мы уже собрались. Ты что, на самокате собралась ехать? Катя со Светой решили обе со мной идти. Мариночка идет, а тут Ванюшка. Ваня, скажи всем привет. Привет, да, Ваня? Идем. Идем в садик. Тайсон, привет. Тайсон, привет. Тайсон веселый с утра, да? Тайсон всем хвостиком виляет. Валяет, виляет, всяко перебрала. Идем. Мариночка, вперед шагай. Вперед. Ой, Господи. Все. Поехали. Девочки, шагайте вперед, чтобы мне так и было удобнее. Давай. Не мы медленно идем, а Марина обычно медленно идет. Пакет запасной одежды взяла с собой. Носочки там всякое такое. И идем в садик. Всем доброе утро. Мы отвели уже ребятишек в садик. Девочки уже сбегали домой, взяли самокаты, пока я медленно иду. И на самокатах уже ездят потихонечку. А я иду спокойно, не спеша, отдыхаю, так скажем. Разворачивайся. Чё? На самодельных самокатах. Самые крепкие самокаты. И катаются. Кать, нормально ноги поставь. Весело им с утра. Причем очень весело. Надо этот для телефона купить, чтобы удобнее было держать, как он называется-то. К телефону прикрепляется. Ой, попсокет, во. Света мне говорила, я опять забыла. Я заказала, должен прийти в Алберис. Там со скидкой получилось недорого. Ладно, идем домой. Все, пришли мы домой. Сейчас покажу, что купили. Девчонки пить просили, я взяла им лимонад. И они попросили также по чебуречку взять. Поэтому взяла несколько. И вот такие вот печеньки взяла. У нас их очень маленькие любят. Сейчас в холодильник положу, а то они растают. Вот такие вот покупки. Достала с утра кусок свинины. Хочу суп сварить, борщ. Сейчас немножко разморозится. Нарежу, нашинкую его и буду борщ варить. Так, ребята, я начинаю готовку. Сейчас буду резать вот кусочек свинины. У меня он такой большой. Буду нарезать его порционно. Хочу сварить суп. Сначала отрежу, сколько мне надо. А остальное, так, тут кость, приберу. Так, тут косточка остается еще. Да, тут косточка. И вырезать можно мяско еще. Косточку я потом отдельно буду варить и буду готовить. Сейчас я все это нарежу порционно. Так, это пускай лежит пока. И сварю супика немного. Дети что-то плохо сейчас суп летом едят. Зимой будет хороший суп есть. А сейчас им не очень супно, поэтому сильно много-то и не варю. Чисто так, чтобы был суп всегда в холодильнике. Многие пишут, знаете, что, ну, то многие подруги даже, она говорят, что у них дети тоже летом супы почему-то не едят. В основном второе готовят. Не, ну я суп всегда готовлю, чтобы у меня всегда в холодильнике стоял суп. Видите, я режу большими такими кусочками порционными. И сейчас сварю супик. Капустный с мясом.
будет очень вкусно. И сегодня я еще поеду за брусом. Я уже вам говорила. У нас сегодня, кстати, да, понедельник. Если я не сказала, потому что меня некоторые просят, Настя, говори, какой день, потому что непонятно, за какой день видео у тебя заснято. Поэтому я буду стараться говорить, какой сегодня день. И снимать вам. Вот так вот нарезала. На суп это на один раз как раз хватит поесть. Ладно, сейчас почищу картошку, морковку и вернусь к вам. Так, почистила уже картошку с морковкой и нарезала капусту. Сейчас буду, поставила свинину уже немножко обжарить, потом суп закину. Сейчас все это нарежу, нашинкую и буду варить. Потом вам все покажу обязательно. Ребята, съездила, оплатила брус. Все, должны привезти или сегодня вечером, или завтра с утра. И зашла в магазин опять. Взяла пить, потому что пить очень хотела. И детям взяла вот такие вот ириски. Две штуки разных. Так, это маленьких взяла на вечер. Чебуреки, потому что им не было. Потом взяла вот такие вот со сгущенкой. Ну, о, господи. Маску она на себя наделала. Нет. Так, вот. Мама. Я для фото делала. Господи, не пугай меня, ребенок. Потом пирог взяла еще, к чаю сейчас попьем. 2 литра молока. Ну и здесь 2 булки белого. Егор, наповес, пожалуйста. И у меня вышел брус по сумме на 7300. Бумажка есть, должны на днях привезти. Одну распечатайте, дайте всем понемножку. Уже все, Маша взяла, вторую потом, когда Ваня придет вечером. Ладно, сейчас чай попью. И надо чем-то заниматься. Дел много, работы много. Так что оставайтесь с нами. А, суп, да. Суп, суп ел кто-то, нет? Да, ела. Кстати, сегодня ела суп. Я работал. Бульон этот. Бульон только ела? Я работал. Это потом водителю отдам, когда привезут. Ладно, пошла делами заниматься и поем тоже. У нас уже ближе к вечеру, мы пришли с садика. Маша, иди сюда, покажем, что ты со своими волосами сделала. Маша решила тоже покрасить кончики себе. И вот так вот у нее получается. Нет, какой мороженое? Ты чуть-чуть покашливаешь. Никаких. У нее небольшой кашель, поэтому не разрешаю мороженое. Оксана, достань, неси пакет на койку домой, положи. Марина, тебе Ваня куколок дает. Марина, ты куколок забыла. А? Что там села так в такой позе? Все, шагай. Пойдем велик на место поставим. Игрушки прибирать вы думаете, нет? Привет, Егорка. Что? С петухом опять дрался? Нет. Аккуратно надо ведь, сына. Так иди пластырь наклей. А, да? Чё? Что? Чего? Не знаю, что. А. Да, они по территории бегают. Через забор. Малышня, вы упадете с забора, нельзя. А если упадете, не дай бог. А если упадешь, слази оттуда. Вай. И представляете, вот так вот постоянно они по забору лазят. Я уже не первый раз кричу, ругаюсь, чтобы они не лазили. Ладно, пусть лазят, но они же упадут, они же расшибутся. И все, без толку. Че, Ильюша, меня потерял? Да? Че хотела ваше тело, признавайся? Мама. Господи, да выкинь ты эту пчелу. Че? Смотри, она засунет. Илья там раздетый. Жарко дома, да? На улице. А, сейчас покажу, у меня цветы зацвели. Смотрите, у меня мальвы зацвели.
И вот там немножко желтый шар зацвел. У нас в целом вот так вот красиво. Белье развешено. Когда я уже поменяю эти убогие окна? Господи, как я жду этого. Велики, самокаты. Смотрите, целая куча великов. Дети катают. Илья, ну ты-то сломаешь. Ну ты-то куда на велик? Ты что, сдурел, что ли? Ой, на самокат тоже. Ты же сломаешь его. Господи, дядя лошадь. Нифига после тебя это остается. Ребенок развлекается как можно. Ну, видно же еще ребенок. Да, Илья? А вот на этом жестче колеса. И удобнее немножко. А тут вот заднее колесо неровно. Вот на этом. Оно косит. Оно, когда наступаешь, оно колесо криво получается. В одну сторону, а переднее в другую. Да? Ну, надо опять на территории прибирать. Ребята опять сегодня все раскидали. Ну. Так, надо полагать. Хорошо кататься? Ладно, ребята. Пойду поем суп, а то сварить сварила, а не поела, да? Ты ела суп? А чё? Не хочешь? Да. Мне все, знаешь, что написали подписчики? Что у нас порцион на блюдо. Ну, у нас порционы я на видео, да, это показываю. Так-то потом все сколько хотят, столько едят. У нас редко бывает, что порционы. Если курицу только запекаем, бывает так. Но и то, всегда ее много. Потом кто хочет, тот и подходит, ест. А то мне написали, у вас так дети мало питаются порционно. Ну, так это на видео я обычно порции налаживаю и показываю. Что вот такие вот... Что сегодня именно будет кушать? Ой, быстрее бы уже окна привезли. Когда, надеюсь, сегодня или завтра брус привезут. Но сегодня навряд ли, скорее всего, говорят. Потому что вечер уже будет поздно, и, скорее всего, завтра. А? Кузнечик. Где кузнечик? Вон прыгает. Ладно, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Испытываю камеру, да? Слушайте, вообще классно. Кстати, снимаю это все на новую камеру уже. Ребята, я на улице. У нас так сильно громыхает на улице. Прям вообще сверкает. Сверкает, громыхает. Я сейчас снимала белье, и у меня, представляете, оно как громыхнуло, я аж чуть не упала. У тебя в комнате сверкнуло. У меня в комнате что-то сверкнуло. Но папа даже пробки вырубил. Очень сильно громыхает, очень сильно сверкает. Это вообще что-то с чем-то. Сейчас я покажу, что на улице творится. Смотрите, ребят, такой ветер сильный поднялся. Это вообще... Дождик начинается. Ужас какой-то. И очень сильно все сверкает. Слышите, как гремит? Вот такая вот, ребята, у нас погода. Ой, господи, я же испугалась, сверкнула опять. Вот это погода. Недавно было еще тепло, дети бегали, потом забегают. Мама там сильно грохнула. И все, испугались. Ванечка плачет, капризничает, переживает, боится. Ну, вроде все нормально, слава тебе, Господи. Пишите, какая у вас погода.